Добрый вечер, мисс Оушен. Знаете, досрочка – это привилегия. Я совершал ошибки. Так уж вышло. И если меня выпустят, то я... Я бы просто хотела жить обычной жизнью. Устроиться на работу, завести друзей. Чтобы хватало на жизнь. Даже если такое возможно, тебе нужно человек 20. Всего 7. А зачем тебе это, а? Просто я в этом хороша. Как быстро ты сделаешь 7 украшений? 5-6 часов. А если после тебе больше не придется жить с мамой? Если ты тумары паской подъедешь. Быстрее. Как твое имя? Девятка. А настоящее? Восьмерка. Я буду очень бедной. А что, если мы этого не допустим? Ты вернешь мои часы? И ее тоже. Сорян. Ничего. Я сейчас со своей семьей, я говорила. Я в твоем гараже. Рассказать, сколько заработаешь? Нет, я пас. Я все-таки расскажу. Ты не заметишь, как я вернусь. Можно с тобой? У мамы, ну, очень важная командировка. Через 3,5 недели в МЭД состоится ежегодный бал. И мы его ограбим. Не бал, конечно. Ваши Дафны Клюгер. Оценивается приблизительно в 100. Миллионов долларов. 150 вообще-то. Месть. Два в одном. Не гонись за двумя зайцами. Тейлор Свифт? А нельзя просто пойти туда? Нам обязательно красть что-то? Да. Это семейные у вас все такие? Именно.